Депутат городского маслихата Эльдар Абдинов ежегодно оказывает благотворительную помощь нуждающимся семьям в рамках акции «Дорога в школу». В этом году 24 августа народный избранник вручил 25 семьям учеников 5, 6 и 10 школ канцелярские принадлежности. И еще двое получили школьную форму. От души вас поздравляю с наступающим учебным годом. Желаю вам всем детского счастья, детского улыбка, детского здоровья. Чтобы, который 17 раз я провожу, будем говорить, дорогу в школу, оказываю помощь. Это фактически, можно сказать, 352 человек за 17 лет получили канцтовары и 32 человек получили школьную форму. Эльдар Заевич лично вручил каждому пакет с принадлежностями. Родители ребят и учителя были благодарны за внимание и оказанную помощь в преддверии учебного года. Очень благодарна, что вы приятно, что нашли, что здоровья вам хочу пожелать всем людям. Я думаю, творить добро, это то у каждого человека, только творить добро, будет иметь единое. В этом смысле каждого человека, каждого поэтому пожелать. Хотим пожелать всем школьникам нашего города, в первую очередь здоровья, успехов. В планах Эльдара Арзаевича в День знаний посетить школы своего округа и на предстоящий учебный год сделать им небольшие подарки в виде футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей.